Ну, у нас работает испанский специалист, тренер по физической подготовке. Вот. И изначально, когда мы его брали, понимали, что он будет работать не только для первой команды, но и будет делиться своим опытом для всего красноярского футбола. Не только красноярского, но и всего краевого футбола. Поэтому сейчас запускаем серию семинаров, где Эдуардо в теории и на практике будет показывать, как выстраивается работа по физической подготовке, начиная с самого раннего возраста и заканчивая командой мастеров. Вот у нас сегодня была первая серия семинара, где пока в общих чертах была рассказана концепция, как работают в Испании, что из испанского он применяет здесь, а дальше уже будет более специализированная история. Что касается семинара, здесь присутствовало очень много представителей школ, да, нашего города и Красноярска, и Красноярского края. Но, в общем-то, в основном ставится акцент на физическую подготовку ребят, и поэтому я думаю, что ребятам будет полезно даже в плане механики и работы тела на поле, да. Я думаю, что вот в этом плане очень полезен будет семинар. Ну, очень приятно, что школа Енисей вкладывает свои усилия в такие дела, как образование тренеров, делится опытом. Очень было приятно услышать, во-первых, испанскую речь. Как-то это нас приблизило, что ли, к таким европейским ценностям футбола. Со своей точки зрения хочу сказать, что для меня конкретно, как для тренера, который любит обучаться и получать знания, это очень был полезный семинар. Я задал интересующие меня вопросы, получил очень ценные ответы. И я надеюсь, что этот специалист привнесет много полезного для развития наших футболистов не только в школе Енисей, но и во всем крае.